раздвоенный, я больше не мог молиться. То другой мне не дала. Стоило мне только, отвечая искреннему порыву сердца, молитвенно сложить руки и упасть на колени, как он забегал вперед, становился между мной и Богом и начинал подмигивать, хихикать и корчить рожи. Или еще хуже, гротескно повторять каждое мое движение, взгляд, интонации. И часто из моего рта, открытого для молитвы, сыпались проклятия. Thank you.